И... Есть! Я закрываю тебя в этом манеже на 24 часа! Только не это здесь наказание! Записка! Время пошло! Амелия, пойдем кушать. Опа! Лика, ты, пожалуйста, убери здесь все, ладно? Эй, это же не я разбросала Амелия, пусть она сама и убирает. Вика, ну убери, пожалуйста, иначе к тебе придет бабайка. И закроет тебя в этом манеже на 24 часа. Ну, мам, ну вы меня 10 лет этими бабайками пугаете. Их же просто не существует. Я уже не маленькая. А, ну это же нечестно. Это же не я все эти игрушки разбросала. Вот Амелия придет, опять все эти игрушки она будет доставать, будет с ними играть. А мне потом надо будет опять все это убирать. Ну где логика? Кто сказал, что бабаек не существует? Ты кто такой? А? Кто не хочет убираться в детском манеже? Но бабаек же не существует. Тебя же предупреждали, что если ты не будешь слушать, то мы закроем тебя здесь на 24 часа. Ну все, деточка, ты доигралась. Я закрываю тебя в этом манеже на 24 часа. Нет! Вешаю здесь замок. Ты что? Эй! Чтобы выбраться отсюда, тебе нужен ключ. Тогда его мне. А чтобы получить ключ, ты будешь выполнять задания. За каждое выполненное задание ты получаешь бонус, который приблизит к тебя к освобождению. А за каждое невыполненное задание ты получаешь наказание. Ах ты! Ай, какой крепкий замок, его точно не взломать. Хорошо, бабайка, я не боюсь твоих сложных заданий, я справлюсь с ними. А, кстати, я проголодалась, можешь мне принести хотя бы пиццу? Чтобы получить пиццу, ты должна заслужить ее. Смотри, здесь шарики. Это 6 мишеней. 3 из них пицца, а в других 3 наказание. О, нет. Вот тебе ружье. Тихо, тихо. И 10 патронов. Поаккуратнее с оружием. Посмотрим, какой шарик ты выбьешь, то тебе и достанется. Ладно. Ой, какой же выбрать? Ой, божечки. 1 патрон. Так. Может быть... 2 патрон. Мимо. Так, хорошо. Вот сейчас должно быть... Ты останешься голодной. Косая. Сколько уже патронов потрачено? Не знаю. Тебе осталось 4 патрона. И ты не попала еще ни в один шарик. Yes, попала! Вау! Посмотрим, что в этом шарике. Так. О боже, так что там? Хоть бы пицца, пожалуйста. Только не это здесь наказание! Это очень здорово! Какое именно? Сейчас все узнаешь. Ребята, некоторые из вас смотрят наши ролики без подписки. Это же несправедливо. В каждом ролике мы дарим вам хорошее настроение, делаем вас чуточку счастливее. А взамен я просто прошу вас нажать на эту красную кнопочку подписаться, чтобы она стала серой. И запомните, кнопка подписаться на нашем канале всегда должна быть серой.
Просто нажми на нее прямо сейчас. Если ты это сделал, спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. Вот тебе ложка. А зачем она? И вот тебе яйцо. Так, оно с ловушкой? Нет, оно не с ловушкой. А что тогда надо делать? Ты должна взять ложку в рот, положить на него яйцо и сделать 10 приседаний. Что? Да. А? Что? И это еще самое простое наказание на сегодня. Если хочешь пиццу, ты должна справиться. А, но потом я получу пиццу, так ведь? Нет, у тебя еще 3 патрона. Так, и 10 приседаний, я считаю. 1. Тихо. 2. 3. 4. Давай ускоряемся. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты справилась. Мой рот. Иди ко мне, моя пицца. Мимо. 2 патрона. Yeah! Давай, лопаем шарик. Что здесь посмотрим? Наказание. Пицца! Давай, бабайка, неси мне пиццу. Держи свою пиццу. Не знаю, как ты ее заслужила, но следующие наказания будут гораздо жестче. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я приправлю вас сами. Нет, пожалуйста. Угощайтесь. Спасибо, бабайка, ты такой добрый в кавычках. Но такой страшный. В принципе, я смогу здесь провести каких-то там 24 часа. У меня практически все есть. Вот, например, развлечения, диванчик в виде бассейна, моя заслуженная пицца. Очень даже классно. Вкуснятина. О, пицца была такая вкусная. А, чем бы еще можно было заняться? Ой, яйца какие-то. Не, это мне не интересно. Сейчас бы, конечно, айпадик. Роблокс или Майнкрафт поиграть, там лишь другие какие-нибудь игры. А может быть рискнуть? Надо у бабайки спросить про айпад. Бабайка! 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 Что тебе? Можно голосом немножко понижнее? Нет, нельзя. Но у меня тут вопросик один. Можно мне айпад? Конечно, можно. Спасибо, но давай. Я для тебя приготовил новое испытание. Ты должна этот айпад заслужить. Заслужить? Да. Вы серьезно? Да. Ты все время будешь говорить «да»? Нет. Как тебя зовут-то, девочка? Меня? Серьезно? Бабайка не знает, кто я такая? Я Вика. Откуда я должен знать? Ты гусеница. Че? Здесь 10 капсул. В одной из них айпад, а в другой... наказание. Остальные капсулы пустые. Хорошо. Я их брошу в этот бассейн, перемешаю, и ты за 30 секунд должна будешь найти свой айпад. Я все поняла, хорошо. Можно я сама закину? Нетушки, нетушки, мухлевать будешь. Так. Мешаем. Готово? Ага. Гусеница. Время пошло! Кто это такой? Давай, давай. О, первая. Пустая. Так, о, вторая. Тоже пустая. Где? Давай, ну же. О, так. Пустая. Вот. Вот вы издеваетесь. Вот. И что там? Записка. Записка, давай. Так. Вы серьезно? Что там? Ах ты, бабайка! Держи. О, это Лего, я что, должна буду его собрать? О, я поэтому профессионал. Давай инструкция. Не так все просто. Это Лего не для того, чтобы собирать фигурки, там всякие мигурки. А для чего? Я сделаю здесь дорожку из Лего. И ты должна будешь... пройтись по этой дорожке. Серьезно? Да. Смеешься? Сможешь? По рукам. Давай. Не больно, мне не больно.
Вот именно таким образом Лего я никогда не собирала. Ох, ну, поехали. О, нет. Нет, нет, нет. А, так. Массаж. Да, ты же любишь массаж. Классно, слушай, реально. Ой, там что-то хрустнуло, надеюсь, там эта фигурка не может сломалась. Быть, это твоя кость. Смотри, у меня аж следы остались на ноге. Где? Знаете что, ребята? Спасите меня от этого бабайки. Я вас люблю. Надеюсь, вы меня спасете. Я прошла твое сложное испытание. Давай мне мой iPad. Ты же его еще не нашла. У тебя осталось ровно 5 секунд. Что? Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. О, записка! Ха-ха. iPad! Есть! Держи свой iPad. Спасибо. Надеюсь, без подвохов. Надейся. Чё, не включается? Подождите. Так он севший! Давай мне зарядку, это же нечестно. Мы же так не договаривались. Дай зарядку, пожалуйста. Все честно. Мы играли на iPad. Ты его получила, а про зарядку мы не договаривались. Но ты можешь попробовать выиграть зарядку. А, здесь я должна все выигрывать? Даже сон? Даже да, поспать? Да, да, да. Иначе как ты выйдешь из этого манежа? И толку мне от этого iPad. Что мне с ним делать? Шарики отбивать не получается. Ах, вообще бесполезно. Бабайка, давай мне задание, чтобы получить зарядку на iPad. Есть 5 напитков, один из них попадется тебе, и ты должна будешь выпить его за 1 минуту. Но учти, здесь есть как вкусные напитки, так и совсем противные. А выбирать для тебя напиток будет твоя сестра Амелия. О, нет. Так. Выберешь напиток для своей сестры. Выбирай, пожалуйста, гадкий, гадкий напиток выбирай. Так. Так. Какую выберешь? Выбирай красный. Так. И... Есть! Она выбрала белый. Зайчик, молодец, я тебя обожаю. Ну, ты, наверное, думаешь, что это молоко, да? А что это? Помни, ты должна успеть выпить за 1 минуту. Хорошо, я знаю. Легкотня, тут же совсем чуть-чуть маленькая бутылочка. Давай, время пошло. Эй! А чё оно не пьется? Дырочка маленькая. Давай. Ты что делаешь? Надо пить. Я кусаю. Зачем? Ты что сделала? Ты прокусила бутылочку. Ну ладно, читер. Я тебе припомню. Ну все, бабайка, я выпила это молоко. А, кстати, вкус был какой-то странный. Это что, было безлактозное молоко? Это было молоко твоей мамы. Что, раньше оно тебе нравилось? Держи, ты заслужила. Отдай. Странный бабайка, не трогай меня. Теперь спокойно могу в Майнкрафт поиграть. Слава богу. Мне нужно срочно припудрить носик. А, так, надо сходить туда, куда короли пешком ходят. Так, бабайки нету. А, бабайка? Бабайка, ты здесь? Бабайка! Бабайка? Бабайка! Эй! Спит, что ли? Пока бабайка спит, мне надо вон в ту комнату. Мне очень надо. Так, главное ее не разбудить. Я туда и обратно. Быстро прям. Так! Кто это куда собрался? Бабайка,
Тебе кто разрешил покидать детский манеж? Ну, мне туда надо было, вон вот, вот за стеной то, что... Мы же с тобой договаривались, ты должна заслужить свои хотелки. Все, я придумал тебе новое испытание. Можно поскорее? Оно будет самым жестким. Почему поскорее? Ну, я не могу терпеть, потому что... Бабайка, что это ты мне тут привязала? Что это за веселка такая с карандашом? Это следующее тебе задание. Держи бутылку. Ладно. Ты должна попасть карандашом в эту бутылку. Хорошо, так уже можно начинать? Подожди, это еще не все. Это было бы слишком просто. Ты будешь это делать под звуки музыки. Я буду переливать воду из одного стакана в другой. Так, можно уже начинать? Потекло. Так, все, начинаю. Ну? Может, это помедленнее? Ну? Ты что, ждешь? Ну, хватит! Давай. Все, у тебя ровно 10 секунд. Быстрее, быстрее, быстрее! Жалко, конечно, что я зубы не успела перед сном почистить. Ну ладно. Надо уже ко сну готовиться, ладно. Только вот как? Одеяла нету, подушки нету. То опять у бабайки, что ли, просить? Может, обезьяна побудет моей подушкой? Так, ложись. О, а тут даже удобненько. Это уже хорошо. Вот только одеяла мне не хватает. Ну что ж, придется опять все у бабайки просить. Бабайка, ну ты же меня до утра не выпустишь отсюда, поэтому дай мне, пожалуйста, на ночь одеяло, пожалуйста. Такое одеяло тебе подойдет? Да, оно тепленькое, дай. А что я должна буду за него выполнить, чтобы его получить? Так, сейчас подумаю. Так, какое же наказание тебе придумать? Вообще-то ты неплохо себя вела. Серьезно? Ну, у меня тут и похуже экземпляры попадались. Так, давай, я на ночь добрый. Да? Да, я тебе дарю одеяло. Спасибо. Спокойной ночи. Тебе тоже, если ты спать будешь, бабайка. Нет, я буду следить за тобой. В принципе, здесь можно сказать уютненько и миленько. Ой, поскорее бы уснуть, и утро быстрее настанет. Спит, моя сладкая. Сладких снов, деточка. Может быть, вторую часть снимем, как ты проснешься? И будешь выполнять новые задания.